Мы в Вене. Вайланман. Буквально в 100 метрах от апартаментов в Киме. Взяли, попробую 4 пунша, 4 вида. И если честно, мы не поняли, какой самый вкусный, потому что они все очень специфические и очень такие тонкие, крепкие. Реально согревают. Сейчас будет красота. Какие мы красивые, такие фотки. А мы не взяли сапожок, надо было взять. Огромное количество домиков, и это, наверное, самая большая рождественская ярмарка, которую мы вообще посещали, и очень классная. Если сравнивать с Прагой, то лучше не сравнивать, здесь очень здорово. Самая большая очередь за пуншем из пива. А каток здесь не традиционный, не обычный круг, в котором все круги наворачивают, а вот такие вот дорожки. И музыку слушаешь, вот такой чудесненький дворик. Как тихо. Дворик? Дворик. Мы как-то заехали без румтурчика. А у нас вот такой прекрасный вид. Вот. Это ратуша. А, прямо из номера видно. Из номера, из апартаментов. Квартира. И сразу же можно попасть во вторую комнату. Две спальни. Есть все, что нужно. И... Ну, классно здесь очень. Любимое слово – это классно. Доброе утро. Вот такие вот апартаменты. Ну, не сами апартаменты, а коридорчик. Внутренний дворик. Чудесненький. Вот такая красота. Знаменитая кафе Ландман. Это классический завтрак. Можно пока сидеть. Пока. Ела яйца, Паша. Закрой. Место, в котором сидел Зигмунд Фрейд, кушал. А еще вот такие террасы тут есть. Совсем нормальный транспорт здесь, это кареты. Помимо машин, все ездят на карет. Вот она, гостиница, которая висит на моей доске визуализации. Дай карту на секунду. К сожалению, сегодня мы не здесь. Дай карту на секунду. А вот в этом доме жил Бетховен. Здесь были написаны его главные произведения. А вот это университет. Внутренний дворик. Вот здесь учатся люди. Они просто приходят сюда на лекции, приходят узнать что-то новое, интересное. Пока больше похоже, наша трамвай едет. Наша экскурсия такая поверхностная, похоже больше на хожу не знаю где, смотрю не знаю на что. Мы с Антоном работу решили подыскать и решили, что он будет работать в салоне Теслы. А я пойду официанткой. И переедем в самый лучший и комфортный город для жизни. А вы знаете, что вот эти конфеты Моцарт, которые продаются и у нас в России, и вот здесь их очень много, которые именно в красной упаковке, они не настоящие конфеты Моцарт, потому что изначально они начали производиться в Зальцбурге. И там они в синенькой упаковке, а здесь все в красной.
Это не Габсбурги, значит. Потому что я именно про тех евреев рассказывал. Там Габсбург. Жил когда-то. Мы пришли сами, не знаем куда. Там нет входа. Поэтому мы идем обратно. У тебя нос красный. Я знаю. Красивый, и тут красивый, и тут красивый, и мы красивые. Thank you. Ями-ями. Не, ну выглядит аппетитно, да, порежем? Да. Один возьмем? Ну так снимать надо. Суп в хлебе. Мы в традиционном венском кафе. Кафе Тинькан. Встретил клиента. У тебя депрессия, приходи в кафе. У тебя долги, приходи в кафе. У тебя проблемы, приходи в кафе. Не фокусируйся, фокусируйся. У Антона шницы. Традиционный венский. А у меня традиционные венские штаны. Короче, очень интересное место. Называется Черный верблюд. Ой, классно здесь, так классно. В общем, ресторан является легендарным. Но то, что он оказывается еще и прикольный бар, мы не знали. Здесь какие-то супер бутербродики, которые где-то там в начале. И он открыт в 1618 году. Доброе утро. У нас еще остались сутки. Пойдем зайдем? Пойдем. Шуман. Торговый центр. Внимание. Офигеть. Да, это реально, это просто торговый центр, ребят. Ну, вот как так? Как в Хогвартсе. Так, немножечко страшненько, конечно. Идешь, а там оно. Можно лететь очень хорошо. Но красиво, очень красиво. Чин-чин. Кстати, там сзади бургер. Если вы хотите попробовать настоящий австрийский захер в кондитерской Дональд, не связывайтесь с австрийцами, у них тут очень все строго. Ее вообще не узнать.
со стороны можно даже пройти мимо. Мы трижды ходили и не обратили внимания. И вот так оно выглядит. Ну, красиво. Со стороны вообще не скажешь. Я тебе как оператор передатчиков снимаю. Орел и решка.